Eu încă o dată să-mi exprim recunoștința tuturor celor care ne sună. Vreau să știe toată lumea că astăzi, începând cu orele 7 dimineața, până în prezent, am primit peste 300 de sunete de susținere din partea locuitorilor municipiului Bălț, din partea persoanelor care se află în alte orașe ale țării noastre, din partea persoanelor care se află astăzi în diasporă, Germania, Spania, Italia, Franța, Federația Rusă. Am primit o mulțime de mesaje de susținere și, dragii mei, să știți că asta ne dă forțe ca să mergem înainte, să luptăm și le transmit salutări celor care pentru 100 de lei n-au ce face cu timpul lor și nu știu ce să facă cu ei. Trimit niște mesaje din astea cu... Așa, dacă credeți că ne umiliți, nu ne umiliți, asta ne face să fim mai puternici și posibil că ar trebui să-mi cer scuze pentru emoțiile de astăzi, dar așa suntem într-o situație mai tensionată. Am avut o rugăminte din partea unui locuitor a orașului Bălți, care este astăzi stabilit în Federația Rusă. M-a rugat foarte mult public să citesc acest mesaj. Doamna Elena, bună ziua! Eu vă scriu din satul Singureni, raionul Râșcani, familiile Brumă, număr de 6 persoane. Vă acordăm susținerea noastră împotriva regimului banditesc și tâlhăresc al lui Vladimir Plahotniuc. Eu, ca cetățean al Republicii Moldova, plecat cu traiul în Federația Rusă, am venit aici, acasă, la părinți și acum în direct vă privesc. Vă doresc răbdare și susținere de la toți cetățenii și întoarcerea domnului primar al orașului Bălți, Renato Usatăi. Puterea este în adevăr. Așa mesaje primesc toată ziua, mesaje de susținere. От всех наших советников, от всей нашей команды хочу искренне поблагодарить всех наших бельчан, которые звонили сегодня. Сегодня я получила более 300 звонков в поддержку. Все переживают за нас, все за нас, и они будут рядом с нами в случае, что бы ни случилось. Ой, девушка, Лена Крискова, весь наш дом с вами. Поддерживайте, держитесь, пожалуйста. Спасибо, мы держимся, все будет хорошо, вы не плачьте. Все за вас. Спасибо. Держимся, не переживайте, все будет хорошо. Спасибо большое, спасибо. Алло? Алло. Да? Добрый день. Здравствуйте. Я хочу поддержать наших советников. Спасибо большое. Я гражданин этой страны, гражданин этого города. Я практически вас знаю всех. Нам очень хочу, приятно. Спасибо хочу, большое. Хочу вам пожелать вам терпения. Мы с вами. Спасибо. Спасибо и, огромное. И нам это придает силы. Этих, спасибо. Этих сволочей надо рвать уже. Я не знаю, надо подниматься как-то народу, потому что уже... Это невозможно смотреть. Спасибо вам огромное за поддержку. Нам меня очень приятно. Пришел в школу и рассказывает мне, папа, что творится, папа. Это страшно. Прорвемся, как говорится. Прорвемся. Прорвемся. Вам и всего хорошего. Дай Бог, так. Спасибо большое вам, спасибо. Здравствуйте. Я из Бельгии, мне 68 лет. Я благодарю вас, что вы не оставляете город. Спасибо вам большое. Мы за вас молимся, мы просим Бога, чтобы Бог помог вам, чтобы Бог не оставил. И надо объединяться, надо собирать людей как-то, чтобы люди вышли на площадь или куда выйти, чтобы поддержать вас, чтобы помочь вам. Спасибо вам огромное за поддержку. Она действительно придает нам большие-большие силы двигаться дальше. Молодцы, я вот спасибо. Не знаю, я целые сутки читаю за вас молитвы и прошу всех людей, чтобы молились за вас и чтобы Бог помог. Молодцы, спасибо. Молодцы, мы гордимся вами. Гордимся спасибо. Спасибо большое. Чтобы этот режим убрали, пожалуйста. Спасибо большое, спасибо. Я так беспокоюсь за ваше здоровье. Вы знаете, я не могу успокоиться. Вы знаете, нам очень приятно, что вы беспокоитесь, но главное, чтобы вы о себе чуть-чуть позаботились, потому что мы тут молодые, вы уже в возрасте, вы уже прожили эту жизнь, вам нужно сегодня беречь ваше здоровье. Государство, к сожалению, такое, какое есть, захваченное,
они не думают о простых людях, о простых пенсионерах, как они живут, на какие деньги они живут ежемесячно, как они покупают свои лекарства и как они вообще проживают из дня в день. Я искренне вам... Как мне вас жалко, я не могу. Все хорошо будет, все будет хорошо. Нам главное, нам сегодня важно, что вы нас поддерживаете. Спасибо, спасибо. Всего до свидания. Всего доброго. До свидания. Собираемся мы все, значит, поддержку вас выйти на акцию, вот митинг. Не это в курсе, это будет, это самое. Мы не в курсе, да, да. Но нам очень приятно, что вы нас поддерживаете, невзирая в каком углу нашей страны вы находитесь. Спасибо вам большое. Мы ничего не планируем, никакие акции протеста. Если люди хотят поддержать, они к нам приходят, могут перед примарией. Они к нам поднимаются сюда на третий этаж. То есть доступ открыт до 8 вечера. Ага, то есть... Где Марию это самое идти надо, да? Да, и это самое, хотели узнать, может, что-то пишут, ставят свои подписи. Тут нас, знаете, весь город за вас. Вы не падайте, слышите, вот это духом. Спасибо. А вы с какого города? Мы все за вас. Мы вас все очень, слышите, любим и поддерживаем. Спасибо. Не падайте духом, все будет, вот, слышите. Хорошо, мы победим. Спасибо, девочки. Спасибо большое. Нам очень приятно, что вы нас поддерживаете. Спасибо. Ага. Спасибо. Всего вам самого лучшего. До победы, короче говоря. Все. Дай Бог. Давайте. Спасибо, пока. Спасибо мы большое. Победим. Спасибо, спасибо. Хорошо. Спасибо. До свидания. Все, давайте, пока. Всего хорошего. До свидания. Йова муцмес мулкацунат, муцмес конесустинец. Susține rea dumneavoastră foarte mult contează pentru noi. Noi avem necesarul, este apă, suntem toți uniți. Necesarul este... Nu... Dar știți că dumneavoastră tot ce faceți, da, dar lumea nu trebuie să stăie într-o parte și să uită. Da, cineva străduiește, dar nu trebuie să stăm într-o parte. Trebuie să ieșim să facem ceva, că nu e imposibil mai departe. Asta deja depinde de fiecare în parte. Noi da, ce-am putut parte, să facem, noi facem tot. Уважаемые граждане этой страны, я, конечно, благодарю всех за поддержку, за СМС, в которых вы выражаете соболезнования нам, поддержку, за звонки, но обращаюсь к тем, которые просто себя ведут нагло и мерзко. Нам нелегко тут. И... Вот смотрите, я очень прошу вас не писать и не звонить с грубыми смс-ками. Если есть еще связь, 069-591-805, номер телефона, пожалуйста, не надо писать, не надо звонить. 0696-86050. Прекратите издеваться.